Всем привет! Сегодня у нас новости по ETS 2, и в последнее время SES нас очень радует, и сегодня они опубликовали вторую статью, посвященную промышленным регионам DLC сердца России. И сразу хотелось бы закрыть самый популярный вопрос по DLC сердца России в последних видео: когда же выйдет? И еще раз, в очередной раз отвечаю: пока никому неизвестно, я думаю, что даже SES сами еще не знают. Но примерно начало 2022 года, возможно, даже начало весны 2022 года. Сегодня у нас, я думаю, будет небольшое видео, немного текста, но на самом деле CS опубликовали очень классные скриншоты. Сейчас вы видите их на своих экранах, и они показали очень интересные промышленные районы. Мы можем видеть, как довольно большие такие промышленные зоны или даже заводы. Вот, к примеру, на первом скриншоте у нас был такой район. Также СИЭС показали нам логистический центр и какие-то такие старые промзоны еще советских времен, которые остались. И современные логистические центры, их в этот раз они показали несколько. Плюс на одном из скриншотов мы видим открытый склад, в который, возможно, мы сможем заезжать и парковать какой-то груз. Также на одном из скриншотов мы видим такую узкую интересную дорогу. До этого ICS никогда такое не делали. Причем дорога не очень хорошего качества. Прям такие классные текстуры, на самом деле очень реалистичные. ICS заморочились и даже добавили на одном из скриншотов рекламный баннер, на котором написано окна, сайдинг, кровля, плитка, линолеум и так далее. Причем написано все без ошибок, что в очередной раз подтверждает тот факт, что разработкой занимаются русскоязычные люди, в том числе и россияне, которые работают в ICS в Чехии. И, в принципе, это довольно известный факт, что разработкой этого DLC занимаются, грубо говоря, наши люди. Ну и хочется отметить, что ICS нас услышали и добавили очень много неровных дорог, таких просто старых дорог, старых покрытий, которые выглядят очень атмосферно. В прошлый раз люди очень хорошо восприняли скриншоты, которые опубликовали ICS. Вот такое небольшое видео, чисто для информации, не буду долго на нем останавливаться, но скриншоты очень классные и хотелось вам показать. Завтра выйдет большое видео по карте ProMods, обязательно посмотрите. На сегодня у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.